Безопасность – главное слово. Последнее время звучит на всех уровнях. Сегодня тема обеспечения безопасности, пожалуй, самая животрепещущая. Волна террористических актов прокатилась по миру, затронув в том числе европейские государства. Не секрет, что основным местом проведения подобных актов служат места массового скопления людей. Об этом говорили на заседании антитеррористической комиссии. Буквально на днях администрацией Щелковского района был выработан и принят комплекс мер для предотвращения актов террора. Об этом рассказал руководитель администрации Алексей Валов. Он также подчеркнул, в данном вопросе важна сплоченная бдительная работа, как со стороны администрации, так и на местах. Мы не должны подвергаться панике. Должны понимать, что только всеобщая настороженность к ситуации позволит нам своевременно выявить, своевременно определить, по внешним признакам тех людей, которые способны на это, и обезвредить их. Пригласили на заседание руководителей учреждений образования, культуры, спорта, крупных торговых центров, в целом тех, кто работает и несет ответственность за места массового скопления людей. Выступали перед собравшимися представители органов внутренних дел, а также Федеральной службы безопасности. Есть ли у вас какие-то моменты, которые вам не позволяют выполнять свои обязанности? Нехватка технических средств, охрана, помощь администрации, наша помощь. Определитесь с этими вопросами и все-таки сообщите нам об этом. Я в очередной раз приглашаю всех руководителей к нам в подразделение. Обсудим, поговорим, решим, никаких проблем в этом нет. Присутствующие смогли не только выслушать решение о принятии мер антитеррористической безопасности, но и задать вопросы. Так, в частности, обсуждали тему социальных сетей, в которых сегодня зачастую происходит вербовка молодых людей в бандформирование. Здесь, как и во многих других ситуациях, важно четко понимать, поддаться псевдоубеждениям может кто угодно, об этом надо помнить. Важно как родительское внимание, так и бдительность сотрудников образовательных учреждений. Тема безопасности при эвакуации в экстренных случаях взаимодействия с полицией, с охранными организациями. Все это, по словам докладчиков, основа безопасности в настоящее и крайне неспокойное время. Лилия Тимиева, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».